Доброе утро. Открываем наши шторы. И свет, дневной свет для глаза очень приятен. Мои дети, все в телефонах. Все в телефонах. Вот оно. Вот оно детство. Ты у меня хоть погуляла, сходила, умница. Нет, не погуляла, папа. Я только хотела погулять, папа приходил. Не домой. Да? А, так ты без перчаток пошла? Аня, папа, идите в окно, уходите в окно, если не перчатки в окно. Не взял? Может, их там нет, может, ты потерял их, нет? Они там есть. Есть? Да, когда мы до 17 ехали, они там были. Были, да? Ну, возьмет тогда. Просто Надюшку лучше одну не отпускать, я так думаю. А сегодня на обед на меня заказали фунчозу со свининкой. Будем готовить. Единственное, что у меня здесь, знаете, чего нет? Дагушлавка. И это, мягко говоря, вообще не очень. Давай. Так, я вот думаю, две варить или одну, две или одну. Ну, все-таки одну сварю, что-то. А кто будет фунчозу? Не я. Ты не будешь фунчозу? Так, ну, короче, у нас. Мама, я не знаю, что это. Ты не знаешь, что это? Она все мой золотой. Ну тогда это давненько, я уже не готовила ее. Я давно не пробовала. Ты давно не пробовала. Мы готовили, дочь. Фунчоз — это такие прозрачные макароны. А это. Так, я не помню, кипяток. Так, сколько залить кипятком? Так, тогда она постоит, подождет, раз ее залить кипятком. А чего тогда буду? Принеси, зачем ты его туда уперла? Не пойму. Лида, надо, подай нам. Я, а дай мне досочку, ту, которая наверху. Так, а я, раз ты такая моя помощница, давай еще сковородку мне организуешь и масло в бутылку. Сковородка, может, вы знаете, где быть? В посудомойке. Такая одна и серая. Ну, синяя. Вот, вот такую, давай. Бедненькая. Она, может быть, там, где ложки бьются, там же. О, девочки, каждый раз я вот это достаю маковку. Вот она у меня тут такая вялотекущая. Вон, видите, какая сухая. Как мне не хватает моей чистки для морковки, чтобы только знал, как мне ее не хватает. Вообще жуть, пьянчо. Вот если у вас такая вялая картошка, ой, картошка, морковка, знаете, какой способ очень хороший? Это взять и залить холодной водой. Получается очень даже вкусненько. Ее, когда зальешь холодной водой, она напитается и становится опять жесткой. Ну, нет у меня сейчас времени этим заниматься. Я что-то не ожидала, что она настолько печальная у меня. Морковка тут. Что-то одной, конечно, морковки маловато будет. Ну, одна так одна. Тут еще не начал даже резать, уже на плиту включать. Пока она раскочегарится, вообще караул. Ну, все, включаться она. Думаю, то ли включаться ей, то ли не включаться. Дианочка! А принеси, пожалуйста, у меня в душевой внизу лежит резинка такая, как с камушкой. Можешь мне ее принести? Так, не тот нож достала. Да волосы заколю. Вот они еще мокрые. Сейчас их, если завязать,
то они потом так и высохнут, тоже ничего хорошего. Но мне уже сказали, Оксана, кушать-то хочется, я вам понятно. Вас вам уже хочется. Мама, ну, пока ничем. Сейчас я здесь все сделаем быстренько. Приготовим. Ничего не так, а может мне поставить пока воду, чтобы она начала закипать? Потому что, как выяснилось, это тоже песня на долгое о главном. Почему она не только по выходным капусту? А может, чего она делает, а потом было дать, а потом было маленькое. Ну, наверное, выходные работают. Да, это не значит, что она работает вот прям только выходные. Ну, у нее посменная работа, Надюшка. Опа. Не знаю. Чудовищный. Ой. Это, Диан, отнеси, пожалуйста, мыло в коробке на диване у Артема. Морковку не от терки нету, я бы дома ее на корейской терочке бы натерла морковку. Но будем так морковь резать. Я ее открыла. Ага, хорошо, спасибо. Как тут остаток-то не пойму, что в голове не положу, как его нарезать тоненько. Наверное, так мне не получится. Не получится. Как выходит, так тогда и будет. Надюша показывает, что в Тюмени минус 16, а в Ноябрьске, где у тебя, как? А в Ноябрьске минус 35. Представляете, какая разница колоссальная? Там холоднее. Ну, конечно. Минус 16 или минус 35, разница очень даже серьезная. Моя прибыль.
привычная лопатка. Как же мне ее не хватало, кто бы только знал, как это не соскучилось. Еле живая. Господи, где был мой мозг, когда я решила тебя купить? Плиту. Надо свои, конечно. Ну, а как я по низ? Скучала за этой лопаткой. Но у меня еще ложки классные есть. Мне тоже не нравится. Вот это вот с Faberlic. А еще моя любимка ложка с этого, с Tupperware она. Вот я ее обожаю. Она вообще для салата была предназначена, но я ей жарю, все мешаю. Мне очень удобно. Но это хотя бы что-то привычное, что-то домашнее. Так, вода у меня тут. Я ее подсолила. И... здесь у меня свинина подваренная. Девочки, ее можно взять сырую, будет тоже не менее вкусно. Ну, мне просто надо было быстро это все делать. У меня уже лук такой побелел, начал румяниться. Морковочка уже прихватилась. И теперь закидываю мясо. И потихонечку буду его дорезать. Вода закипела и поставила. Сейчас они размокнут, я буду дальше туда толкать. Вот. Все. Варим 5 минут. 5 минут. Хоп, поставили таймер и поехали. Тут у меня безумная моя плита. То она не работает, то она он на шестерке без ума, у нее все летит. Короче, она своей жизнью какой-то живет безумной. Мне непонятно, где мало, где много. Так, а как мы сливать вот будем, Ром? У нас нету дуршлака. Хорошо. Как-то с крышкой. Слушай, крышка. Ну, ее, знаешь что, ее надо будет в любом случае помывать холодной водой. Угу. Поэтому, когда холодная вода будет, будет проще ее просто, наверное, достать, угу. И все. Так, добавила сливочного маслечка сюда. И буду сейчас добавлять соль, приправку. Да, просто... заливай холодной водой. Знаешь что, может я попробовать, мягкая она, нет? Давай на вилку намотаем, попробуем. Я 100 лет ее уже не готовила. Да. Да, сварившись. Приправ, видите, сколько? Много. Там перчик, травы, хмели-сунели. Смотри, что-то как-то тонковато, нет? Не, ну не, нормально. Давай сливай все холодной водой, бегом заливай. Тонковато это что значит? Надо ее еще поварить, она станет толще? Да. Интересная логика. Вот у меня кора практически готова. Я добавляю сюда этот чесночок. Девчонки, вот эти макароны, они достаточно длинные. Я просто беру ножнички, я их режу. То есть перекладываю в другую емкость и начинаю резать, ну, где-то их на такие части. Ну, вот так поднимаю и под руками подрезаю, чтобы удобнее было кушать. Все, оно у нас поджарилось. Там чеснок, конечно, пахнет со сливочным маслом. Это очень что-то. Здесь, вот лично я почему так делаю, здесь очень много зависит от вот этой вот, как я даже не знаю, начинки. Или что это, ну, не начинка, наверное, соус. Не соус, ну, потому что, смотри. Так, и все, это все теперь перемешиваем. Здесь очень много зависит от того, что вы вот это мяско, вот это все сделали. Чем вкуснее сделать, тем будет это все круче. Почему? Потому что, конечно, сама эта фунчоза, она безвкусная. Поэтому вот благодаря вот этому соусу с мясом это будет вкусненько. Надеюсь, я. По-другому не получалось. По-другому, думаешь, не получалось? Ну, хоть что. Хотя все вкусно очень. Вот так. Хвали меня, вот это раздеру. Ну, молодец, он-то знает, что ему еще со мной жить. Прекрати вот это, ты любишь. Нет, ты очень вкусно готовишь, Радость. Мне очень нравится. Все, что ты готовишь, мне очень нравится. Поэтому очень вкусно все у тебя получается. Не было ни разу такого, чтобы ты что-то приготовила и было
невозможно есть. Да? Да. А ты где-то у кого-то и пробовал такое? Пробовал, да. Бывало. Бывало такое, да, в твоей жизни? В моей жизни, да. Вот видите, какой комплимент ему что-то отвешивает. Со свининкой сейчас. Ой, как это вкусненько будет. Ой-ой-ой-ой-ой. Это же свинина. Какой аромат, да. Какой аромат, как это все вкусненько будет. Да, муж? Да. Сейчас пробовать. Я только боюсь, что я соль маловато положила, если честно. Ну, если что, каждый досолит себе в тарелке. Не досол на столе. Что это? Что? Сыр себе доставать. Сыр, я думаю, не растает. Ну, да, понятно. Что, можешь просто обрезать? Его? Нет, можно будет сильно жирно. Там да. Масла слишком много. Да, я в этом плане. Не то, что это там жирно не в том плане, а в плане того, что и так здесь такое свинина сама по себе жирная и масло сливочное. Поэтому ладно, что, накладываем, пробуем. Ну. Тимофей так вообще к такой еде не привык, он тут у нас. Да? Бедняга. А? Да, лучше, мне кажется, в глубоких удобнее будет. Молодец. Причесалась? Умница. Молодец. Молодец какая. Почему? Тот, кто не хочет фунчозу. Молоко с пряниками. Молоко с пряниками. Я буду. Молоко с пряниками будешь? Нет, это фунчозу. А, это больше вот это блюдо, да? Ага. Ну все, договорились. Артем, ты будешь это блюдо? Да. Он сказал, типа, попробую. Ну, ему много ложить не надо. Он сказал, я попробую, не знаю, буду я или нет. Да и Тимофей тоже такой на любителя блюда, не знаю. Будет он такой или нет. Ну, голод не тетка, как говорится. Но они же это, пойдут прянчиками догонятся, если что. По мне так голод не теща. Не теща? А почему ты большую тарелку взяла, если ты... Две ложки положу. Я потом, если мне понравится, я доложу. А если не понравится, я потом за собой помою. А крошки? Вот. Это фунчоза. А в твоем понимании фунчоза это что? Стеклянные макароны. А это какие? Не стеклянные? Более как белые какие-то. Ну, не знаю, такие вот. Ну, она есть соевая, есть рисовая. Мама, 8. Это, наверное, соевая. Надюш, а принеси пачка, под духовкой лежит фунчоза. Давай посмотрим ее состав. Я тоже попробую. Не соленая? Мама, где? Вот здесь, вот, да, внизу в шкафчике. А? И красная пачка. Ага, вот давай ее. Только шкафчик такой. Ага, спасибо. Я тоже попробовать. Да, я слышал. Спасибо. Невкусно? Так, вот состав. Давайте посмотрим, какой у нее. Углеводы. 84 грамма. Короче, далеко не полезная еда. А я, девчонки, не вижу ее состав. А вот состав. Кукурузный крахмал, картофельный крахмал, бобовый крахмал. В общем, я даже не знаю сказать, из чего она просто из какого-то крахмала. Так, чтобы вот так вот, видите? Поэтому это не из рисовой. Поэтому и тебе показалось. Что, невкусное, да? Ну. Что-то мы не догадались посмотреть состав. Вот я даже не думала, что она может быть сделана непонятно из разных видов крахмала. Вот такая, ну попробую сейчас скажу. Здесь она, конечно, прозрачная такая. На красивой фотографии. А здесь она вот такая желтая. Ну, желтая она от масла, от сливочной. Она не прозрачная, видишь, она белая. То есть она должна была быть прозрачная, но в желтом соусе. Лидусь, ты что скажешь? Нормально? Угу. Ладно, сейчас тоже попробую. Мальчики мне тоже сидят, ждут. Консистенция не нравится. А так макароны вкусные. Да? Угу. Что-то вы сегодня это, каждый пошел, никто никого не ждет. Понимаем реакцию Тимофея, тот, который еще не ел у нас такие блюда. Артем, попробуй мясо.
Можно между вами как-то запрыгнуть? В чем? Разбежим. Ни о чем? Бомбовская. Ты можешь поближе? Давайте поближе, что-то совсем Тимофею неудобно. Артем, а ты как, не будешь двигаться к столу? Ой, а что так мне много? Много? А то не мое, там не меньше. Ну, давай поменяемся. Ну-ка, посмотри, что-то мне кажется, здесь поменьше. Что-то как-то даже это для меня многовато. Если ты не скушаешь, я могу вывести. Да? Мам, мясо очень вкусное. Мясо вкусное, да? Слушай, да похоже просто на паутинку. Понял? На обычную макароны паутинку. Ну, прикольно. Не, короче, не фунчоза. Короче, наш вердикт... Нет, она вкусно получилась за счет мяса. За счет соуса вкусно получилось. А так, не советую вам. Больше мы ее брать не будем, конечно. Уже даже эту не знаешь, куда деть. Надо было одну покупать, попробовать, потом еще брать. Итак, продолжаем наш репортаж. И Артем, и Тимофей положили себе добавку. Я тоже. Ты тоже. Значит, все-таки неплохо. А ты, Надюша, покушала? Угу. Как тебе? Тебе понравилось? Это хорошо. Хоть одному ребенок у меня не балованный. Да, дочь? Угу. Умница такая, все кушает. Не, у нее бывает, да, тоже выображение. Это буду, это не буду. Морковка сладкая, когда макаронами ее заедаешь. Тоже вкусно? Так, классное сочетание. Мамку чесночок, да? Такой аромат, да, такой интересный привкус. Mm-hmm. А повесь там, пожалуйста, ванной на крючок. И принцесса. Очень. Понятно. Потом они сами позанят, там, принц и... Принцесса, потом они сами станут королевой. Так. Еще раз не поняла, ты собираешься с кем-то пожениться? Увидел какого-то парня. Поженюсь с ним. Не поняла, где ты уже взяла парня? Я влюбилась в парня. Ты влюбилась, дочь? Да. Уже? Уже? Да ты чё? И как его зовут, дочь? Это секрет? Когда вырасту, покажу. А, так его еще нет, что ли? Или он уже есть? Ну, это секрет пока. А, это пока секрет, да? Так, и вы поженитесь, а дальше что будет? Мы поженимся, будет там отопление давать, потом у нас родятся дети с принцем. А отопление-то здесь при чем? Отопление тут пока... А люди топят нам? Топят. Вот. Топят. Так. Топят. Угу. Мы тоже там будем вместе работать с моим парнем. Где? В котельной? Мы столько денег заработаем. В котельной заработаете? Вот столько денег, да. В котельной? Мы вырастим, потом мы станем король с королевой. А вы король и королева так будете? В котельной? Ну, дети. Там мальчик и... девочка. Угу. И дальше что будет у вас? Принц будет. Что, Артем? Поедем сейчас. Так. Артем. Артем. Не знаю. Артем только знаю. Что вы сегодня кушали с бабушкой? Яичница, салатика. А еще что кушала? Ну, когда я приняла всю, ну, свеклу,
Я уже наелась, мне бабушка две раз дала. Потом... Чего тебе дала? Потом... Пончик шоколадный. Пончик! Так, и что еще кушала? В обед мы что запекали? Рыбку. Рыбку вы запекали? А какую рыбку вы запекали? Как ее зовут? Я не знаю. Форель. Вы форель запекали? Вы как, в фольге запекали? Ага. Один раз бабушка поставила курицу. Угу. Потом ты знаешь что? Вот. Пакетик стал углем. Пакетик стал углем? Да. А курочкой что случилось? А курочка еще была в воде обычная. А курица была обычная, а пакет углем стал? Ничего пленькой. А вот где курица стояла, там не было углем. А потом как? Поклеил. Нельзя было снять. Да? Надо было... А потом бабушка средством отщелкивала. Оттирала, да? Так, а куда вы сегодня ходили с бабушкой? А мы потом... Куда ходили? В ледяной дворец. Там вообще с бабушкой кайфуете, да? Нет. Почему? Потому что. Ты там бабушку не обижаешь? У меня нет телефона своего собственного. Я говорю, ты бабушку не обижаешь? Не обижаю. Ты не обижаешь, да? Так получается, ты там... Телефона у тебя нет, что ли? Когда у меня будет свой собственный телефон, угу. У меня будет столько игр. А какой телефон ты хочешь, дочь? Какой ты телефон хочешь? Например, Соньку. На него столько можно игр скачать. Ты Соньку хочешь? Да. А айфон не хочешь? Нет. Ну ладно. Хочу. А на айфоне тоже столько игр можно? Наверное. И на Соньке как? Я лучше Соньку выберу. Сонька. Сонька Зломка. Сонька Зломка. Тогда Зломка такой блока можно скачать. Понятно. Еще можно вернуть звонка такую булку. А ты мне скажи, пожалуйста, ты передашь зрителям привет? Я сейчас снимаю на камеру. А передай, пожалуйста, привет всем. Привет. Ты соскучил за зрителями? Дочь? Да. Да, соскучилась за ними? Да. Привет, мои хорошие. У нас уже папа несколько дней просит, чтобы мы сходили в его квартиру и там поснимали. Чего я уже мелю? Посмотрели, как там, что не перемерзает, как там вообще, потому что как там с окнами, потому что он посмотрел видео там, где показал наши окна. Он сказал, сходи, посмотри, что с моими окнами. Я хорошо, сходим. И мы ему все нам уже несколько дней, да? Сходите, тут видео с нашими окнами у Оксаны сходите. Ну вот это мы сейчас идем. Сходить, посмотреть, что же в его там квартире происходит. Будет. Насколько я помню, там ремонт был лучше. Помнишь, там, да. При первой проверке
То есть там шпаклевки столько не отходил, как у нас там, ну то есть... У него вообще на совесть сделали. Да, да, да. То есть просто... мы тогда... Слушай, а ты не взял почтовый ящик его? Взял, взял. Взял, надо будет посмотреть, что там у него, потому что он попросил. Там у него, да, тогда и замечание, это приемщик, там что-то... У нас было на 12 страниц, а у него на 2 или на 3 было. Там прям ерунда была. Поэтому, я говорю, папе повезло. Да, видимо, разные бригады, разные люди делали, поэтому... Одни на совесть делали очень хорошо, ну, а другие так, тяп-ляп. Можно и так. Аблизм. Так сойдет. Ну, точно. Ох, ну, то прям чувствуется, как свежо. Свежо, да? Свежо чувствуется, ага. Так, ну что, разуемся, ага. Посмотрим, как полы. Потому что... Папа все. Ох! Чего? Ох! Чуешь? Ну я чую. Первый этаж, и прям чуется. Слушай, в первую очередь надо не забывать, что здесь окна мы на зимний период не перевели. Это первое, да? Вот. Причем можно. Ну надо перевести. Вот они мои очки перекали. Очки что ли свои нашел? Да. О, две недели были, и муж нашел очки. Ну, это я летом еще оставил. Летом еще оставил? Да, это вот, когда шторы, у меня же очков-то много, как у дурака махорки. А я потом сунулся, блин, думаю, где, а эти же хорошие у меня, это металлические, значит, такие, ну что, классные. Вот, ну и поэтому... Ну, посмотри, у него нет, у него тоже промерзают. Ну, смотри, трещины тоже, да? Ох, тут посмотри, что. Треснули все, да? У нас же вот это. Ну, смотри, угол не холодный. Я, насколько помню... Ну, так, чтобы сказать, что тебя там что-то, знаешь, промерзло там. Помнишь, было с углов? Ну, тут получше окна установлены. Здесь, конечно, трещина есть, но получше. То есть, как бы, знаешь... Слушай, а у них, у нас... Это вырезано под эти, да, а здесь квадратом они решили вырезать. Ну, у нас линолеум, а это... А, точно, у нас же. Ну, пол ощутимо, да. Ощутимо. Ну, прям я не скажу, что прям ноги мёртвы. Помните эту комнату? Мы здесь жили, в этой комнате. Смотрите, есть такая большая комната. И здесь у нас большая, это надувной матрас стоял. Проснулась я. И я вижу сейчас вот такую картину. Это просто вообще какой-то трешак. Посадили ее в клетку. Это она ватные диски разодрала. Обувь принесла. Здесь не так все печально. Куда ты смотри? Вид, идите. Так, здесь она залезла на стол. Томатный сок. Дальше. Смотрим дальше. Та-та-та-там. Помидоркам вход ходила. Угу. И творожок. Как она еще все понесносила. Там яблоко. Земля. Господи, как она еще, как она залезла, как она достала еще аккуратно. Потому что творог я сюда плала. Ну, помидорок здесь была. Вот. Это же земляника, которую вывезли мы с собой. Не земляника, лесная клубника. Все, я земляника хочу назвать. Вот такое у нас доброе утро, ребята, называется. Короче, жалко ее было. Надо, чтобы ночь она лежала в клетке. Сидела. Потому что вот такой вот трэш, это трэш. Просыпаться и начинать уборку, это как-то слишком круто. Бабушка, тебе понравилось? Да, она хорошая. Хорошая, да, бабушка? Да. Поедешь к ней еще? Да. Она хорошая. А чем она тебе понравилась, дочь? Она меня очень сильно любила. Любила тебя, да? Угу. Тоже про твоя прабабушка, даже не бабушка, дочь, представляешь? Да. Прабабушка твоя, да? Я ее все равно люблю.
Ну, конечно. Так и должно быть, дочь. Мама, Амида, что я достаю? Амида! Кто ты с Амидой? Амида! Вот она, включалась. Вот, звали ее. Вот она. Угу. Я тебя не звала. Я не звала, это папа. Я не знаю, чем тебя папа тебя звал. Не надо лезть сюда на кровать. Вообще выйди, поганка. Нет, я тебя звал, да. Да мы тут. Ты что там? А, лежим, смотрим фильм. Лежим? Да. Что здесь смотрим? Смотрим фильм, дочь. Не с двоем. Не с двоем хвостика. Мама, ты знаешь, почему у меня хвостика? Потому что у меня резинки. Это не резинки. Его заимиски. Классные, да, резинки? Да. Я купили миски. Нет, дай. Там муж. Да, там муж. Где муж? Там сзади муж. Сзади муж, да? Всё. Свободно. Ой. Ужас, ужас. У нас спасаться от нее не кажется. Прям закрываться вон. Нет. Нет. Мне кажется, да. Очень даже. Нет. Похоже на улице, а я... Да, у меня что-то аж какой-то оттёкнутый, морда такая. Оттёкнутый. Так, она заколки заберёт сейчас у тебя? Да, всё. Она сейчас грызёт заколки. А мне да нет. Нет? Ужас. Ужас. Не поглотила мне чуть-чуть. Вот. Ну это мы штуки так вешали для понтов бандитских. Да, папа Скага, повесьте мне хоть что-нибудь. Хоть что-нибудь, чтоб висело. Тут тоже трещины есть, но тут, ну что, знаешь что? Прямо из-под этого дует. Прям чувствуется, что дует. Вот. Поняла, да? Это вот с этой стороны, только с одной. Mm-hmm, да, дует прям, правда, дует с подолком. Здесь вот это все потрескалось все-таки, поняла? Mm-hmm. Поэтому это... И да, вот с той стороны тоже потрескалось. Ну, мы сейчас хотим включить здесь батареи, чтобы прогрелась комната. Ну, что, пойдем еще туда? Я думаю, вот включи, чтобы оно все прогрелось, все это. Посмотреть, чтобы нигде ничего не подтекало, нигде ничего, батареи. Тут такая комната. Ну да, тут тоже все потрескалось. Тоже потрескалось? Да, все потрескалось. Так вот. Папа, большая квартира. Вот одна комната. Напомню, да, может кто-то не видел. Одна комната. Что-то как не по-людски началась показывать. Да, короче. Вот здесь вот получается вход. У папы тут достаточно большой такой коридор, тут мы разулись, такой большой коридор, здесь можно будет и шкаф поставить, ну при желании, да, места хранения никогда лишними бывают, здесь можно и какую-то мастерскую, и как-то и гардеробную, все что хочешь сделать, и здесь комната, еще одна комната, тут вот такая вот, как бы комната в комнате, даже не знаю, как это сказать, тоже такая большая, приличная, и тут вот комната, которую я вам только что показывала, из которой выходила, и здесь вот кухня, такая вот, и тут предусматривается, что эти... будет стоять кухонный гарнитур. Ну, тоже большая, так вот, если в угол встать, да, тоже у него тут приличная такая вот кухня. Но у него эти, видите как, какие окна? Прям до колена. И вот в этой комнате, в этой
и в это. Ну, тут шторы не закрыты прям полностью. А вот здесь видно, что окно практически во всю стену. Мы-то здесь жили без занавесок, как в аквариуме. Вообще. Ну, сейчас все, вам сейчас ключ. Хотим проверить, чтобы здесь все работало, отопление. Папа нам дал задание. Сейчас Рома включит отопление. И завтра придем проверим, как здесь все происходит. Слушайте, ноги у меня уже замерзли. Надо будет завтра с отоплением посмотреть, как это все будет. Но маловероятно, что-то изменится. Здесь только этот... Ой, скажем, только в тапочках. Ну, или перестилать, делать теплый пол. Здесь, ну, не показала же, да, вам. Здесь ванная, тумбочка, туалет. Сделано под стиралку, достаточно такое большое. И здесь еще один санузел. Вот такой вот. Тоже здесь раковина, туалет. Надо, оставили. Еще один туалет. Не надо, пожалуйста, тебе еще кладовка. Вот так вот. Стоять. Прохладненько, что-то как-то ногам надо обуваться. Сейчас нам к нам Настя приехала. Дальше поедем сейчас к Антону с Галей. Мы их ждали, что они приедут. А у них сломалась машина. А свет что повыключать, да, наверное. Сломалась машина. Я говорю, ну ладно, сейчас приедем за вами. Есть у нас планы. Кое-какие съездим, порешаем. А потом поедем, развлекаемся. Короче, вот так вот у нас все планируется. Но они живут прям в другой части города. Поэтому туда, ох, тут замучаешься ходить, свет выключить. Я говорю, папа большая квартира, у него 80 квадратов квартира. Такая прям серьезная, так сказать, для твоих людей, для папы с женой. Очень даже отлично, и, ну, на мой взгляд. Но они что-то никак не соберутся в свою квартиру, не переедут никак у них. Так же, как и мы боятся. С Ромой сейчас разговариваем, он говорит, а батареи все включены были. Отопление будет включено. А что так холодно тогда? Нет, ну я поняла, что сами батареи. А так включено. Да. Понятно. Сейчас посмотрим, что-то тут странно. Так воняет, что-то тут канализация у них. Рома сейчас там еще проверяет. Стою, смотрю, у папы вообще высокие очень потолки. Очень высокие. Мне кажется, даже выше, чем у нас. Хотя у нас тоже высокие потолки. А я поэтому к соседке внизу заходила, а у нее потолки, так смотрю, ниже, сантиметров на 20 ниже, чем у нас. Я такая, у них произошла, говорю, у них ниже. Он такой, ну да, ты по лестнице как спускаешь, не замечаешь. Ты к нам заходишь, какие потолки высокие, и ниже спускаешься, какие там. Я говорю, ну я думаю, это так только в подъезде. Он такой, да, конечно, нет, ниже потолки. Поэтому первый, десятый этаж, самые выгодные этажи в компании. Так как нам написали, вам как надо было с вашей семьей только на первом этаже квартиру покупать, чтобы соседи не страдали, а то, что дети будут по холодному полу бегать, так это ничего страшного. Нет. Мы в частном доме пожили. Я знаю, что такое первый этаж. Это все очень холодные полы. Как ни крути, вот это, а теплые полы во всей квартире постелить, вот 80 квадратов, замучаешься за свет платить. Что-то не прогревается батарея. Так интересно, в одном унитазе вода была, а во втором не было. В смысле? Как я тут смотрю? До этого. И там, хочешь сказать, не было воды? Не было ни там, ни там. Высохло? Высохло. И в бачок был пустой. Вот самое интересное. Это, давай сейчас я еще раз проверим. Там что батарея не греет. Так проверили, отопление не было перекрыто. Это кто-то из соседей включил, добрый человек. Так, что оставляем? Да, пускай греется. Давай посмотрим, как будет. Завтра придем посмотрим, как здесь будет итог всего происходящего.
Да, я тоже вся заморалась, что-то я не пойму, где я лазила. А что надо было, может, сейчас руку намочить, я не знаю. Потому что для этими, я вам сейчас тебе скажу. Салфетки? Салфетками в машине вытерем. Что, все, пошли? Да, все, пошли.